Тебе необходимо поставить прямо сейчас лайк, а также подписаться на мой канал в течение 5 секунд. Иначе Блокстрайк удалят. 5, 4, 3, 2, 1, 0. И прямо сейчас иди и проверяй, не удалился ли у тебя Блокстрайк. Ну а если ты поставил лайк и подписался, то удачного просмотра. Всем привет, ребята, с вами я, Кент АПК, и я, как обычно, на проводе. И сегодня будет то, чего вы все так долго ждали. Ребята, будут клановые войны против клана ютуберов. Ну что, погнали, погнали. Давайте убьем этого парня, и, ребята, у нас начнется великая битва. Но я сегодня не один, потому что со мной заместитель клана бойскауты. Рият, поздоровайся. Да, ребят, приветик, это лорд член... Ой, лорд Феникс, ну вы поняли, да. Равняем, потому что сейчас немножко нечестно, счет 1-0 в нашу пользу. Мы, ребят, играем только по правилам, все честно. Играем против клана ютуберов. Вот этот парень под ником Вованчик123, он мне сказал, что он Ивангай. Блин. Рият, что ты думаешь по поводу этого? Это, естественно, настоящий Ивангай. Да, Ивангай давно играет? Как ты считаешь, Блокстрайк? Не знаю. Смотри, пишут «начали». Блин, ох уж эти элементарные ошибки. Так, там уже кого-то замочил, да? Оставь мне кого-то, чувак. Да, по одному, ништяк. Ребята, играем ровно до 11 раундов. Мы отстаиваем нашу честь, честь клана бойскауты. Подойди ко мне, братанчик. Братишка, бойскауты, бойскауты навсегда. Погнали, братанчик. Я тебя не брошу в беде. Так. Ох ты, ё-моё! Ой, справа, короче, справа Ивангай напал. Аккуратно. Ой, хорош, еще справа! Ты куда? Фу, хорош. Не зря ты заместитель клана бойскауты, братанчик, не зря. Я ниндзя. Ниндзя, ничего себе. Слушай, неплохо. Так, надо, ребят, и мне кого-то замочить. Опа! Я попал по двоим! Лол, минус 2, вот это да, вот так, изи каточка, убили Ивангая и друга Ивангая, Янго или кто там его друг. Ну, по-моему, этот Вованчик 123 мне говорил, что он Ивангай. Так, хорош, вообще красавчик, лол, мы ни разу не проиграли, вот это да, клан бойскауты на скилле, чтобы вы знали, да? Так. А, так тут никого нету. Они справа. Один справа. Убили тебя, да, короче? Ух ты, нубик. Ну он лоу. Нормально. Всё, убил. Один слева. Слева? Насколько слева? На нашей базе. Да не гони. А как ты узнал? Я увидел. Ой-ой-ой. Он на поезд, он. Да! Бойскауты тащут. Ребят, тащим этот клан. Как у них клан называется? Рев какой-то. Блин, я... Энергетика. Рев. Ничего себе, клан Рев. Клан ютуберов, клан Ивангая. Он обходит на нашей базе. Да я понял, братанчик, не надо спойлерить. Так нечестно. Ой-ой-ой. Вот я скажу правду, я просто расслабил булки. Так, ну все, сейчас, короче, отыграемся. Ну все, пацаны, сейчас, смотри, будет минус 2. Да ну. Справа двое. Ой, блин. Вот он зарашил, я даже не увидел. А, их там двое! Нападает на меня! Ой-ой-ой, братанчик, все плохо! Блин, замочили. Так, слушай, чё-то мы вообще расслабились. Блин. Фору даю. Не, ну чё-то, братанчик, фора слишком большая. Сейчас. Так, опять приму. Справа, да? Опять справа, походу. Да, сейчас я думаю, приму. Давай. Я тебя прикрою, если чё, давай. Не понял. Слушай, обходит. А, не, вон, вижу, стреляй. А, блин. Вот ты нуб. Красные победили, вот и нубик. Я нуб. Вот, блин, ну ладно, нормально. Короче, тактика, галактика. Погнали налево. Всех обойдем, короче, есть тактика, не иди. Сейчас нас опять обходит, с обратной стороны. Стреляют, нет, убил. Блин, меня Ивангай убил. Сзади, да, вот там слева, да, иди, ребят, блин, я ничего не вижу. Хорош. Красавчик, братанчик, я тебя повышу. Ну я, честно говоря, чуть расслабил булки, скажу правду. Раньше играл немножко покруче. Ну блин, ну мне хоть кого-то оставляет, ну ё-моё. Ну, ух ты, негодяй. Давай, короче, налево. Налево. Окей, давай, я пойду с ножа убью. Слушай, их вообще слева не... О, вижу, слева один.
Слева один, да? Да. Блин, ну теперь он справа. Аккуратненько, сзади. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Смотри, а Ивангай нормально мочится, да? Ивангай, смотри. 13-8. Ничего себе, Ивангай жжет. Так. Правда, знаешь, что странное? Слышишь, странно, почему типа Ивангая зовут Вованчик? Кажись. Давай, давай. Сейчас затащу, не боись. Ой-ой-ой-ой. Нормально, нормально. Я там стил, я ворвался. Справа контроля. Так. Так, так, так. Слева. Ой, обходит, обходит. Убили, убили, убили. Блин. Чувак, я, честно говоря, как нуб. Вот я чувствую, в комментариях все будут писать: Кент АПК, ты нуб. Нет, ребята, это неправда. Ну просто что-то сегодня не мой день. Встал не с той ноги, что ли? Проиграли, они пишут. Так мы до 11, подожди, сейчас напишем. До 11. Нормально. Гомир пишет. Блин, я рус клан ютубера. О, нормально, нормально, хорошо печатал. Давай, сзади. Сзади. Меня обошел. Не боюсь, сейчас я за тебя отомщу. Все, ему хана, смотри, я вот тут буду ждать. Ну все, иди к папочке. Так он тебе справа может обойти же. Да вряд ли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Его здесь нет. Слушай, это плохо. Он опять там же, на противоположной половине. Да? На противоположной половине тебя ждет. Так, ничего, сейчас, короче, папка ворвется! Блин, буквально, 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 буквально чуть-чуть. Миллиметра. Ребят, ну не хватило, да, миллиметра не хватило. Он как матрица уклонился от моего ножа. Ну все, хватит с ними играться, погнали по-серьезному. Справа, справа, справа. Не, и слева. Блин, слева. Я умер. Ай-яй-яй. Короче, ребят, вся надежда на Лорд Феникса. Сейчас мы, ребят, посмотрим, с какого теста он сделан. Так, сейчас мы, ребят, посмотрим, как играет глава, ой, какой глава, заместитель главы нашего клана. Ой-ой, он что-то пролагал жестко. Ой, ну ты нубик. А ну какой у него пинг? Не, он просто тпшнулся. Не, слышь, у Ивангая пинг нормальный. Да, это у меня. Это у тебя пролагало, блин, ну ты. Опа, минус один. Один справа, я увидел. Нормально. Да, 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 минус два, ребят. И на этом прекрасном моменте наша КВ против клана ютуберов, а точнее Ивангай, это глава этого клана. Дальше парень под ником MC Альтазар. Не знаю, кто он такой, но по всей видимости он тоже из этого клана ютуберов. Самое странное, что у главы клана ютуберов даже нету тега от клана. Ну, короче, ребят, в общем, вы все поняли. Ставьте лайк, кто хочет серьезных клановых войн. Ну, потому что все это, ну, такое. Детский лепет, ребят. Вот это КВ было детский лепет. Если хотите серьезные КВ, ребят, то, пожалуйста, поставьте много лайков, напишите много комментариев. И самое главное, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. С вами был Кент АПК, а также... Лорд Феникс, всем пока. Всем-всем пока. И в конце нашего видеоролика хочу, ребята, к вашему вниманию представить увлекательный и крутой канал под названием «Поиграем Топчик». Ребята, обязательно переходите и подписывайтесь на этот канал, потому что парень очень старается, у него пока что мало подписчиков, но я, ребят, уверен, что мы ему поможем. Ссылочки есть в описании, переходите и подписывайтесь. Ну что ж, всем пока.